Сәлеметсіздерме, Жарқайын аудандық тұрғындары мен қонақтары. Бүгінгі тікелей эфирдің тақырыбы жіті ішек инфекциялары мен тамақтан уланудың алдын алу негізгі шаралар. Добрый день, уважаемые жители и гости Жаркаинского района. Тема сегодняшнего прямого эфира посвящена профилактике острых кишечных инфекций и пищевых отравлений. Ежегодно в летний сезон отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Именно жарким летом создаются благоприятные условия для жизнедеятельности микроорганизмов, активации путей и факторов передачи возбудителей кишечных инфекций. В августе, когда поспевают фрукты, овощи и ягоды, хочется насытиться витаминами впрок. Но именно этот период – горячая пора в инфекционных больницах. Подхватить болезнетворных микробов можно как угодно и где угодно. Они отлично приживаются на телефонных трубках, поручнях в транспорте, денежных купюрах, на клавиатуре компьютера. Но самая лучшая среда для размножения опасных бактерий – грязная вода и немытые овощи. Возбудители кишечных инфекций обладают высокой устойчивостью во внешней среде. Они хорошо размножаются во многих пищевых продуктах. В течение 1-2 недель могут сохранять жизнеспособность на сырых овощах и фруктах, а вирус гепатита А выживает в продуктах до 1 года. Наиболее опасными в плане инфицирования возбудителями кишечных инфекций являются молоко и молочные продукты, яйца, которые служат прекрасной питательной средой для многих бактерий. При несоблюдении правил товарного соседства возможно микробное обсеменение гастрономических, кулинарных и готовых к потреблению продуктов. В группу риска по острым кишечным инфекциям попадают люди с ослабленным иммунитетом, страдающие гастритом, язвенным колитом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также пожилые люди и дети. Кишечная инфекция опасна тем, что поражает не только желудок, но и печень, селезенку, нервную систему. За первое полугодие текущего года по Акмолинской области отмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями в 1,8 раз, в том числе среди детей до 14 лет в 1,5 раза. В эпидсезон острых кишечных инфекций текущего года в Жаркаинском районе зарегистрировано 2 случая острых кишечных инфекций, в том числе один случай среди лиц старше 60 лет и один случай среди неорганизованных детей до 3 лет. И причиной заболевания явилось несоблюдение правил личной гигиены и несоблюдение правил хранения приготовленной пищи. Острые кишечные инфекции – это заболевания, вызываемые микроорганизмами, попавшими в кишечник человека. Возбудители болезни – бактерии, вирусы, простейшие микроорганизмы или грибки. Источник инфекции – больной человек, животные, предметы повседневного обихода и окружающей обстановки, продукты, вода. Пути передачи острых кишечных инфекций различны – водный, пищевой, контактно-бытовой. Острые кишечные инфекции характеризуются расстройством пищеварения, вызывают боли в животе, диарею, рвоту, интоксикацию организма. Тяжело протекает заболевание у детей. Организм быстро обезвоживается и имеет слабый иммунитет. Пищевое же отравление – это патологическое состояние, возникающее в результате употребления некачественных, испорченных продуктов, обсемененных патогенами, микроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности. Заболевание не заразно, а значит не передается от одного человека к другому. Существуют так называемые «золотые правила» предотвращения кишечных инфекций и пищевых отравлений, соблюдение которых поможет избежать заболевания острыми кишечными инфекциями и предотвратить пищевые отравления. Во-первых, конечно, нужно выбирать безопасные пищевые продукты. Многие продукты, такие как фрукты и овощи, употребляются в сыром виде, в то время как другие рискованно есть без предварительной обработки. Например, нужно покупать всегда пастеризованное, а не сырое молоко. Во время покупки продуктов имейте в виду, что цель их последующей обработки – сделать пищу безопасной и продлить срок ее хранения. Продукты, фрукты, овощи, зелень, которые употребляются сырыми, требуют тщательной мойки. Тщательно готовьте пищу. Многие сырые продукты, главным образом птица, мясо, сырое молоко, часто бывают обсеменены патогенными микроорганизмами.
В процессе варки или жарки бактерии уничтожаются, но помните, что температура во всех частях пищевого продукта должна быть достигнута не менее 70 градусов. Если, например, мясо цыпленка все еще сырое у кости, то поместите его снова в духовку до достижения полной готовности. Замороженное мясо, рыба и птица должны тщательно оттаиваться перед кулинарной обработкой. Ешьте свежеприготовленную пищу. Когда приготовленная пища охлаждается до комнатной температуры, микробы в ней начинают размножаться. Чем дольше она остается в таком состоянии, тем больше риск получить пищевое отравление. Чтобы себя обезопасить, ешьте пищу сразу после приготовления. Соблюдайте правила хранения пищевых продуктов. Если вы приготовили пищу впрок или хотите после употребления сохранить оставшуюся ее часть, имейте в виду, что она должна храниться либо горячей, около или выше 60 градусов, либо холодной, около или ниже 10 градусов Цельсия. Это исключительно важное правило, особенно если вы намерены хранить пищу более 4-5 часов. Пищу для детей вообще лучше не подвергать хранению. Общая ошибка, которая приводит к бесчисленным случаям пищевых отравлений – хранение в холодильнике большого количества теплой пищи. Эта пища в перегруженном холодильнике не может быстро полностью остыть. Когда в середине пищевого продукта слишком долго сохраняется тепло, температура выше 10 градусов по Цельсию, микробы выживают и быстро размножаются до опасного для здоровья человека уровня. Тщательно подогревайте приготовленную заранее пищу. Это наилучшая мера защиты от микроорганизмов, которые могли размножаться в пище в процессе хранения. Правильное хранение угнетает рост микробов, но не уничтожает их. Еще раз, перед едой тщательно необходимо пригревать пищу. Температура в ее толще должна быть не менее 70 градусов. Избегайте контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами. Правильно приготовленная пища может быть загрязнена при соприкосновении с сырыми продуктами. Такое перекрестное загрязнение может быть явным, когда, например, сырая птица соприкасается с готовой пищей, или может быть скрытым, например, при использовании одной и той же разделочной доски или ножа для приготовления сырой и вареной птицы. Подобная практика может привести к потенциальному риску перезаражения продуктов и росту в них микроорганизмов с последующим отравлением человека. И, конечно же, соблюдение правил личной гигиены. Часто мойте руки. Тщательно мойте руки перед приготовлением пищи и после каждого перерыва в процессе готовки. Особенно, если вы, например, перепеленали ребенка или посетили санузел. После разделки сырых продуктов, таких как рыба, мясо или птица, опять вымойте руки, прежде чем приступить к обработке других продуктов. А если у вас имеется инфицированная царапина, ранка на руке, то обязательно перевяжите ее или наложите пластырь, прежде чем приступить к приготовлению пищи. Также помните, что домашние животные, собаки, кошки, птицы – часто являются носителями опасных микроорганизмов, которые могут попасть в пищу через ваши руки. Содержите кухню в чистоте. Так как пища легко загрязняется, любая поверхность, используемая для ее приготовления, должна быть абсолютно чистой. Рассматривайте каждый пищевой обрезок, крошки или грязные пятна как потенциальный резервуар микроорганизмов. Полотенца для посуды должны меняться каждый день. Ветошь для мытья полов также требует частой стирки. Храните пищу, незащищенной от насекомых, грызунов и других животных. Животные часто являются переносчиками патогенных микроорганизмов, которые вызывают пищевые отравления. Для надежной защиты продуктов храните их в плотно закрывающихся банках либо контейнерах. Используйте чистую воду. Чистая вода исключительно важна как для питья, так и для приготовления пищи. Если у вас есть сомнения в отношении качества воды, то лучше ее прокипятить перед тем, как добавить к пищевым продуктам или перед использованием.
Также хочу обратить внимание о том, что важно своевременное обращение за медицинской помощью при появлении признаков острой кишечной инфекции. Не надо принимать антибиотики для лечения заболевания без предписания врача. Соблюдая вышеперечисленные условия, вы убережете себя и своих близких от возможных неприятностей и болезней. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.